очень часто домой пою баню. Так как это мой клиент постоянный, значит, он ко мне, он вообще сам приверженец бани, спортсмен, в баню ходит раз в неделю стабильно. При походе в ванну мы меряем давление всегда, обсуждаем процедуру, какой режим в бане. Вот. Сегодня мы проведем такие процедуры. Растирание полынью, пилингами с солью и пробьем веником. В конце я покажу еще купание. Мыльное купание с выходом чего. Значит, начнем приготовление бани. Как правило, режим нашей бани при первом заходе по рингу 70-80 градусов. Влажность около 30. То есть я захожу в парную, вливаю стены, вливаю мятый эвкалипт, допустим, на стойке, либо это эвкалипт заваренный чайник, если настоящий на камнях. Дальше один пучок полыни, он не свежий, как бы засушенный, пропарим на паре тазу и кладем на угол, на угол пальцев для реализации. Далее, то есть, мы там приготовили, все, можно заводить клиента. Все, заходим с клиентом, забираем, клиент сразу. Давайте сделали шапочку. Нажимайте, пожалуйста. Все, заходим, немножко подвинем камни. У нас уже парной, при обливании стен, уже температура была, влажность была приятная, запах уже был, то есть человек уже ощущает тепло. Заходим, то есть он должен пролежать 2 минуты, и есть просто пролежать 2 минуты. Если он разогрелся до появления первых капель пота. Лучше, чтобы было удобно. То есть самое главное, чтобы человек от всех процедур получал удовольствие, кайф и, как говорится, полезные свойства. То есть, если также пучок полыни смочили, человек уже, скажем, пропотел, да, хорошо, и натираем. Натираем хорошо, протираем, вымываем полностью тело. Протерли, немножко струсить надо, струсить хорошо. Полынь пахнет, боль, когда, конечно, хорошо, но очень приятно. Действие полыни фунгицидное, бактерицидное, противовоспалительное, легко, очень хорошо. Сделали, переворачиваем, нет, надо струсить, конечно, перевернули. Перевернули та же сама. Протерли хорошо, натерли и потрусили. Потрусили, можно пробить, продать немножечко. Все. Спрашиваете, как себя чувствуете? Если ему жарко, выходим. Если, допустим, он еще в состоянии погреться, полежать, значит, оставляем уже на 2 минуты. Выходим, закрываем, в душ, смываем, идем отдыхать. Сейчас сделаем простой уход. 5 минут он пьет чай, отдыхает, забираем на вторую простую. Так же самое. Заходим, одеваем шапочку, делаем пилинг на соль. Вторая процедура. Пилинг на соль. Значит, мой клиент любит жесткий пилинг. То есть, что такое жесткий пилинг? Я наношу мед, потом досыпаю солью и начинаю пилинговать. Ну, то есть, он вспотел, да, появились капельки пота, все, наношу мед, начинаю пилинговать. Если, допустим, это женщина, или, допустим, клиент, который редко ходит в баню, либо, допустим, прошел впервые, я смешиваю, смешиваю вместе, то есть смесь попробую рукой. Можно добавить туда алкоголь, 100 грамм водки, либо можно добавить еще лимон. Лимон будет иметь как бы отбеливающее свойство. Вот. И если еще женщина, еще вариант кофейного пилинга тоже. Ну так, интересно. Кроме этой соли поваренной, можно перемолоть морскую соль, ну как бы ее используют. Как правило, это используют женщины для целлюлита. Все, допустим, мы делаем жесткий пилинг, нанесли, то есть если капельки пота, нанесли мед, сверху соль засыпали. Соль, она как бы при появлении жидкости, она немножко протаивает. То есть сначала будет жестко, ты потихонечку берем, потихонечку, не спеша. Ручки можно смочить немного. Все, далее можно жестче. Целовать сильно медленно не надо, потому что температура парной
как бы не маленькая, 80-85 уже, второй закон, как говорится, уже такое дело длинненько, все, переворачиваем клиента, так же самое наносим мед и продолжаем ручки, ноги, все, все делаем. Так, сделали бизнес, спрашиваем человека, как себя чувствует, если готовы еще пользоваться, пишите еще. Можно посадить его, пускай посидит. Оно все будет само стекать, мед, что дает, мед дает питательные свойства, ну, кожа, то есть обмен идет, соль, первое, механическая, механический пилинг, второе, токсины, да, на себя всю гадость притягивает грязь. Все, выходим, клиент обмываем сразу, ну, после пилинга, да, сразу, если полыни можно было еще посидеть, то после пилинга сразу надо смыть, потому что высыхает, соль на себя, как бы, вся грязь, она потом сосается в тело, через кожу. Дальше. Человек отдохнул 10 минут, пускай больше, там, 15 просидел, пульсика. Дальше у нас процедура веником. Массаж веником. Завели клиента, уложили, березку в холодный воздух. Перед тем она там очень горячий, но холодную смочили. Давайте ложку, пожалуйста. Включили положение. Подножки либо валик, желательно, конечно, можно веник. Веники у нас томатки идут, стали замоченные, уже не стоят с самого начала, естественно, парной, вода, в которой мы орошали стены постоянно, ну, как бы отсюда добавляют в вениках. Стены добавляют ушатом, это если клиент будет пожестче. То есть у меня отдельно стоит эвкалипт и мята на стойке и, скажем, замоченный веник колечко. Доходя до веника, я эту воду выливаю в бак с вениками и, допустим, чувствую, что она была прохладной. Смешно, растил, зашел стены, все, у меня запах хороший. Если чувствую что-то сильно жарко, дверь проснул, немножко все постудил. Все, начинаю, потихоньку разгоняю. Разгоняю. Сверху, сверху, потихоньку. Вот это минут.
Ну, кто любит? Кто говорит? Ну, женщина такая, ну, женщина говорит. А потом... Там же лежит, там распаренная.
То есть он нас взял смешок, ну там вот набрал, оп, и убежал. Все, там пены очень много. Ну, принято, лучше парить, лучше мыть пеной, она мягче, она кожа, она раздраженная, уже как обожженная, то есть сильно ни в чем-то штормировать не следует. Все, нажал, все, так вышел, еще, нанес очень, очень приятный жим, взял начало, и хорошо, хорошо, все, все. Хорошо. Все, помыл, он расслабился, такой легкий массаж получился. Все, взял воду, облил, перевернул, то же самое, выжал, покупал, все, готов к массажу, если хочешь. Все, спасибо. Спасибо.